Добрый день! Сегодня мы с вами приготовим простую и вкусную закуску к пиву. Это у нас будут луковые кольца, обжаренные в кляре. Нарезаем мы колечками где-то по 5 мм. Колечки мы рассоединяем. Вот так, колечки у нас уже готовы. Отлаживаем пока лук и делаем мы кляр. Для этого нам необходимо 2 куриных яйца свежих, 2 куриных яйца. Взбиваем немножко. Добавляем щепоточку соли. Немножко молока, муки. Муки мы добавляем столько, чтобы у нас кляр получился по густоте, как сметана. И сюда же добавляем мы кунжутные семечки. Немножко. Кляр у нас готов. Сейчас будем обжаривать лук. Так, в сковороду мы налили подсолнечное масло. Сейчас оно нагреется, и мы будем обмакивать в кляр наши кольца и обжаривать с двух сторон. Так, подсолнечное масло у нас прогрелось. Сейчас мы окунаем наши колечки. И обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Переворачиваем мы на другую сторону. С одной стороны уже прижарилась. Выкладываем на тарелочку застеленную бумажной салфеткой, чтобы лишний жир отошел от наших колечек. Вот такие у нас получились с вами луковые колечки. Вкусная, быстрая и недорогая закуска. Рекомендую вам попробовать.